Всем огромный привет! Сегодня у меня ролик, не влог. В общем, хочу вместе с вами открыть вот эту вот посылочку. Эта посылка мне пришла с Уфы от моей подружки по Ютубу, от Венерочки. В общем, я очень-очень ее как бы ждала и очень рада, что наконец-то она уже здесь. Посылка пришла 7 марта. Я очень-очень рада. Вот тут даже, видите, написано. Но получила я ее, к сожалению, только после праздников 9 марта, потому что у меня не было времени сходить и забрать посылку. Вот. Ну, сейчас вместе с вами ее откроем. Так, нужно аккуратненько ее открыть. Ничего не прощупывается сейчас. Состригем здесь, чтобы ничего там не повредить. Что внутри у нас? Сейчас. Это было так, что ли? Ура! Получилось! Ничего не повредили. И вот подарочек. Вот он, вот он, вот он. И шоколадка. Так приятно. Альпен Гольд. Я очень люблю, кстати, Альпен Гольд и молочный шоколад. Обожаю. Спасибо, Венерочка, большое. И вот оно, платьишко. Смотрите, какое оно классное. Блин, вот ткань вообще просто, не знаю, крутая. Я обязательно его одену и покажу вам себя в нем. Но я думаю, что мне придется его укорачивать. Возможно, оно мне по размеру вот тут везде будет хорошо, а вот длина нет, потому что я маленького роста. Так что вот так. Смотрите, какой красивый кружок. Кстати, я думала, оно было белого цвета, оно, знаете, такое типа такой нежно-розовый, что ли, оттенок. Или ближе вот как к этому сиреневому. Ну, вообще прикольное. Кстати, платье очень вкусно пахнет. Хочу это тоже заметить, подметить, отметить, не знаю. Блин, мне нравится, мне очень нравится ткань, мне нравится цвет. О, Венера, спасибо тебе большое. Сейчас, вот прям сейчас буду его мерить. Я разложила вот так платье, показать еще. Оно в расправленном, разложенном виде выглядит. И хочу сказать, что... Не знаю, камера, она неправильно передает опять цветовую гамму. Цвет совершенно не тот. Вот я не знаю, как направить так на свет ее, чтобы тот отразился оттенок. В общем, не знаю. Сейчас попробую подойти к подоконнику и взять ткань. Точнее, ну вот платье вот так вот поднесу к свету прям и покажу вам. Вот, вот такой вот примерно оттенок. Все равно что-то как-то теряется. Вот если я вот так встану. Так, фокус. Нет, все равно не то. Короче говоря, вот не знаю, что с камерой. Включила вспышку. Так, еще хуже. Ну вот, 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 вот он, вот этот вот цвет. Вот такой вот цвет платья. Вот видите, сейчас опять уже другой стал. Вот так вот. Вот такой вот, опять меняется. Вот так вот камера не передает цвет нужный. Ну вот он, вот такой вот. В общем, он в жизни намного красивее, чем вот на камере, вот как показывают. Вот такой вот он красивенький, такой насыщенный, я считаю, нежный. Он не бледный, он вообще, я не знаю, очень мне вот этот вот оттенок нравится. Всегда вот эти вот цветовые оттенки. И футболка вот такая вот у меня бирюзовая, не знаю, сейчас покажу. Я сейчас вот тоже вот в такой вот футболке со вспышкой, опять тоже все не то передает. В общем, я люблю вот такие вот оттеночки сиреневые и
бирюзовые вот такие вот. Ой, короче, я очень рада. Вот так вот выглядит платье на мне. В общем, одела тут, значит, и показываю вам. Я маленького роста, и поэтому я вообще комплексую видеть себя в платьях. Короче говоря, ну, как бы такое... Ой, как сказать? Ну, свободное. А мне как раз такие и нравятся платьишки, потому что у меня есть недостатки, живот. Вот, так что вот такое вот платьишко. Не знаю, как вам еще показать, как телефон подержать. Как бы вообще, по сути, оно мне великовато в том, что я говорю уже маленького роста, мне надо быть чуть повыше, чтобы вот этот шовчик, он был где-то вот здесь, что ли. Ну, то есть, чтобы вот коленки, они были приподняты чуть-чуть. Ну, то есть, видно было маленечко коленки. Их не видно у меня практически. Вот такая вот где-то должна быть, по идее, длина. Но в связи с тем, что платье не длинное из-за моего роста, у меня все смотрится не так. Так что вот, показала вам платье. Вот так вот вообще мне не нравится, как я выгляжу. В общем, вот. Ну, допустим, на каблуках там или в босоножках, я думаю, будет лучше все выглядеть. Так что вот. И я очень-очень довольна. Так что, Венерочка, большое тебе спасибо. Не знаю, одеть босоножки или нет, показать вам в босоножках себя. И, кстати, вот так вот очень понравилось платье. Что как-то вот этого много. А вот так вот, мне кажется, было бы лучше. В общем, поэкспериментировать можно. А вообще, в планах у меня вообще вот так вот приподнять чуть-чуть. Потому что вот этот вот шовчик, вот он, по идее, должен быть как-то вот так вот повыше здесь. Это я даже спросила у Венеры, потому что она же меня повыше, и она сказала, что у нее вот именно где-то там над попой, что ли. Так что вот, ну, классное платье. Одела я, в общем, свои босоножки, так скажем. Такие, знаете, тракторная подошва у них, они мне, знаете, великоваты. По размеру они вроде мне хорошо, все нормально, но великоваты в этом, как оно называется, вот это вот место, в зъеме. Там Алина у меня пришла. В общем, хотела вам показать, вот, как это смотрится в платье. Доча там у меня стучит, сейчас я ей открою дверь. Кто такой? Кто тут кричит? Ты кричишь? Ой, доча в пакет одела на кол. Сними быстренько. В общем, вот. Все показала. В общем, я вам свое платье. И буду с вами уже прощаться. Спасибо всем за внимание. И всем пока-пока.